Пришли результаты по обществу знания, по МЦКО, и я в шоке. У меня 78%. Я в шоке, 78%. Так, пока я ехала в машину, я узнала, что у меня 95 баллов по обществу знания. Я была в шоке, я вообще в шоке. Я думала, что у меня максимум будет 70%. У меня целый минус. У меня 84%. И я рада, потому что думала, у меня будет меньше из-за того, что у меня был очень тупой вариант. Я написала на 78% из 100 и 15 баллов из 19. Ну, в принципе, нормально, но могло быть и лучше. Если пусто на работе,
говорите. Все, типа ему насрать, да? Ты выиграл. Алло. Ha ha ha.